Декстер Индастрис. Здесь трудится добрая половина жителей Хоупа. Город давно куплен, а благодарный покупатель никто иной, как Блейк Декстер. Викторию удерживают где-то на территории фабрики. Медлить нельзя. Декстер Индастрис. Здесь трудится добрая половина жителей Хоупа. Город давно куплен, а благодарный покупатель никто иной, как Блейк Декстер. Виктор. Это Альфа-5, все чисто. Прием.
Декстер Индастрис. Здесь трудится добрая половина жителей Хоупа. Город давно куплен, а благодарный покупатель никто иной, как Блейк Декстер. Чувак, серьезно, ты где? Кончай прятаться нахрен. Черт побери! Это вообще против правил. Мужик, как ты это сделал? А, теперь ученик стал учителем. Давай без всякой фигни из карате, пацана. Ты просто читеришь. Не завидуй. К ней не существует чит-кодов, черт возьми. Мне не нужны твои дурацкие чит-коды. Да ты вообще ни на что не способен без чит-кодов. Я тебя сделал, смирись с этим. Давай. Перезапусти игру и держи свой геймпад, чтоб я его видел. Любишь ты страдания. Причинять страдания? Ага. Что за хрень? Ну что еще? Ты, иди посмотри, что там стряслось. Да, хорошо. Кто это бросил? Я ничего не вижу. Да, понятно. Альфа-4. Ничего не видно. Прием. Декстер Индастрис. Здесь трудится добрая половина жителей Хоупа. Город давно куплен, а благодарный покупатель никто иной, как Блейк Декстер. Виктор. Перезагружать пробовали? Да, а зеленая лампочка на модеме мигает? Да, где написано DSL? Ну, я не знаю, я тут кое-чем занят, но дай мне пару минут, и я постараюсь добраться туда побыстрее. Thank you.
подойду. Ты второй сектор проверил? Погоди. Лучше перестраховаться. Приказывают быть наготове. Знаю, знаю. Расслабься. У нас все схвачено. Взгляни еще. Да, Бонс там уже был. Стой, стой. Мы здесь проверяли? Ага, я здесь был. Не парься, мы все покрыли. Мы с этими минами давно работаем. Мы это место знаем вдоль и поперек. Ладно, но лучше перестраховаться. Это да. Ну, ладно. Наша работа не пялится в карту весь день напролет. Ладно, ладно, ты прав. Хорошо. Скорее всего, это какая-то фигня. Но мало ли. Опаздываем на инструктаж. Черт! Ну, мы еще можем успеть ведь. Попробовать стоит. Вы знаете, что дело важнее. А когда у нас боеготовность номер один, только дело и имеет значение. Дельта-группа составит Карлу компанию, и они обещали сфотографировать торт. А мы сегодня без торта, ребята, но Альфа-группе не нужен сраный торт. У вас есть приказы, вперед! Сюда немедленно! Сюда нельзя! Что надо? Надо поговорить. Ну, пошли. Задолжал две штуки, Дон. Пора бы раскошелиться. Слушай, давай после этого боя.
Я поставил по-крупному на Санчес. Это верняк. Кто дал тебе в дом? Моя подружка помогла. Твоя подружка? А тебе-то что? Я тебе заплачу, и мы в расчете. Может, в следующий раз я сразу с ней обрадуюсь.